слишком грязная. Стал энергетик с другой стороны. Ужасно, просто ужасно. Хуже, чем, не знаю, разбитое здание. Очаг культуры. Пророк самбой. Вот такой очаг культуры, да. Ну, осень, осень, осень. Листья. Видишь, как они жужжат. Да, энергетик. С стороны он красивый, да? А с другой стороны он разбитый весь. Неужели трудно сделать? Какая жизнь. Приятно, конечно. Все желтое. Доме. Неля. Ой. Ну, интересно к ней приходить, конечно, в гости к Неле. Говорит, без гитары не приходи сам бой. Понял, понял. Так, это заднее колесо, наверное, спустило. В лесу попил чуть-чуть так. Все, так, видите, коктейль. Русский коктейль. Ну, раньше здесь хорошо пиво пили люди. С пионерного. Я сюда прилетел перекусить, так. С ребятами, с фанатами пиво попить. Ну, вон там ателье было, пошли его. Саня, солдат, помер. Радостно пошутить. Не просто так прийти. Я люблю осенью снимать вот так. Как-то приятно. Смотрится. Бертон. Желтый здесь красиво. Бертон. Фу, жарко. В куртке я, потому что зимой ночью-то холодно. Днем жарко. Олег тут жил, Коростель. К нему приходил. Ну, сейчас нету. Красиво, красиво. Осенние листья. Да. Да. Ай-яй-яй-яй. Ну. Кулема Яртовский. Отвратный город. Такая настроенница.